Улитка Боб. Приключения продолжаются. День рождения дедушки. Наш герой жил-поживал, никого не трогал. И вдруг его как током ударило, что 4 числа день рождения у дедушки. А подарка нет, и надо скорее решать этот вопрос. И тут Боб вспомнил, что у него есть цветочек. Боб красиво упаковал подарок и двинулся в путь, где по дороге его ожидали разные приключения. В первой части игры, как мы помним, Боб искал домик, а здесь Боб отправился в путь с подарком. А здесь надо нажать на улитку, остановить ее. Подождать, пока камень надавит на кнопку, и по мостику двинуться дальше. Гусеницы обиделись, остались без обеда. Боб выпал из трубы, надо осмотреться. И тут появляется улитка-киборг, отдай мне свою раковину. Боб пятясь заманил вражину в ловушку. И Боб на второй космической летит к трубе, на выход. А здесь надо отключить поглотитель муравьев. И с помощью кнопок перенаправляем муравьев, а они, нажимая на красные кнопки на ветках, помогут нашему путешественнику двигаться дальше. Чтобы пройти этот уровень, надо использовать вторую космическую скорость нашей улитки. Включаем ее, и Боб убегает от огненного шара. Ура! Спаслись! О, гусеница! Подкидываем ее, и на разборке под хороший удар перчаткой. Здесь все ясно. Боб будет запущен в полет с помощью волшебного пинка. На этом уровне надо избежать столкновения с хищными цветами. У нас опытный инструктор управляет спуском, и Боб в тандеме с ним мастерски обходит хищников. Вот и земля, и гусеницы опять остались без обеда. Боб заползает на карусельку, и чтобы не попасть на оголенный провод, крутим ее. По наклонной площадке скатывается вниз. Боб толкателем получает в лоб. Отлетает. И тут сверху на него падает страшилище. С перепуга Боб перевернулся и исчезает в трубе. Боб двигается дальше, щелкаем рубильником. А вокруг появляются сказочные персонажи, но Боб верным путем двигается дальше. А тут комары устроили пикник, жарят сосиски. Поднимаем факел. Боб преодолевает пропасть с помощью батутика. В следующем уровне Боб будет воздушным акробатом на вентиляторах. Поочередно включая вентилятор, потоком воздуха нашего героя несет к выходу.
Поднимаем задвижку. Боб ползет, и орел-истребитель атакует его. Только раковина спасает его. Боб короткими перебежками ползет к трубе. Наш герой прыгает вниз и запускает механизм пресса. С помощью присоски вытаскиваем его. Боб спасен. Можно продолжать свой путь. Убираем страшный капкан. Делаем подставку из ящика. Боб-воздухоплаватель взлетает и по ящику несется к трубе. Новое испытание. Сбрасываем на плот манекен для паучка. Боб прыгает на плот и с попутным ветром вперед. Паучок бросается на манекен. А Боб ползет верной дорогой. Опускаем внизу задвижку, и Боб оказывается на краю пропасти. Наверху жучок мечется и приводит в движение тележку. Боб на тележке. Жучок доставляет тележку к трубе. Стоп, стоп, Боб. Подождем, пока нормальный герой заполнит яму. Теперь можно ползти, опасности позади. А здесь индеец с лазерным оружием хочет поджарить нашу улитку. Собираем пазлы. Это будет препятствие для лазера. Боб на подъемнике и выход. А здесь инопланетяне и телепорты. Помогаем инопланетянину и улитке попасть в телепорт. Инопланетянин попадает на корабль. Боб летит к трубе. Поднимаем задвижку с помощью рок-группы. Боб получает волшебный пинок и на выход.
а здесь блокируем каменные задвижки. Опять эта страшная гусеница. Она нам поможет выбраться наверх. Строим сначала мостик. Боб ползет. Кидаем противовес и двигаемся к следующему уровню. О, что это за страшная улитка? Боб испугался и раковину. Кидаем одну бочку. Теперь ступенька. Другая бочка помогает поднять выход. Наконец-то на горизонте появился дедушка. Берем подарочек. Проводим несколько хитрых манипуляций. Подарок на подъемнике. Дедушка, получай подарок. С днем рождения!